У каждой свое имя, они все отзываются по именам. Вот, кстати, вот то вот тут первое стоит, тут еще есть Амальтея, коза моя первая, с которой все и началось. С молоком. Много молока, и у меня попробовали брынзу, сыр. Потом меня просто спросили, а сможешь ли твердые сыры делать. Мы открыты также для туристов. Многие приезжают просто пофотографироваться. Многие заказывают сыр. Мы уже создали это как контактную ферму и ввели социальную складовую. Это работа с детьми с инвалидностью. Именно вот помочь детям с аутизмом, с инвалидностью, социализации. Когда ребенок такой общается с животными, обучающий материал, та же моторика воспринимается лучше. Даже вот если взять ребенка и посчитай, сколько пальцев, это тяжело. Сколько ног у козочки, а это уже интересно. Ну, то есть ребенок уже заинтересованный, он тут же посчитает. Эта идея, в принципе, мне очень близка, поскольку у меня оба ребенка, они с диагнозом аутизм. Честно говоря, я боялась, как люди воспримут вот эту вот мою идею, скажут, о, ненормальная, что затеяла. И население здесь в Музыковке, вот оно добродушно. Поскольку мы семья переселенцев, мы много уже побегали, что нас поначалу вот с опаской относились к нам. Я сама пришла знакомиться. Ну, а потом своей бурной деятельностью заинтересовала все ОТГ. Ну, громада помогает тем, что, ну, во-первых, землю выделили, а во-вторых, рекламируют меня, продвигают, предлагают. Вот туроператоры ко мне приезжали и говорит, мы когда искали точки, говорит, мы сколько точек вот таких локаций ищем туристических, говорит, ни одна громада так рьяно не предлагает своих тех фермеров, у которых можно вот что-то посмотреть. Ми надаємо певну допомогу, підтримку там, де це можливо, а взагалі я її ціную в першу чергу як маму власних дітей. Соціально відповідальну маму. І завдяки тому, що Тетяна організувала екскурсії на свою ферму, відвідування дітками з батьками, стає більш відома і музиківка. Мені виділили участок для розвитку свого бізнесу. Вони знайшли, правда, не 2 гектара, але знайшли хоча б хоч 1,5, і на тому спасибо, щоб дальше развивать свой бизнес. Вот они, межи села, и вон там, мы просто сейчас туда не пройдем, и вон там, где зеленая посажена, будет наша ферма. На той ферме мы хотим завести 100 голов коз, моя мечта. Хотим развивать украинские породы, кур, коров, лошадей. Туда могут приезжать туристы. Там будет также стоять сыроварня. Сыроварни будет 2. Одна будет сыроварня, именно где будут изготавливаться сыры по хаспу на продажу, а вторая сыроварня будет идти для обучения мастер-классов детей с инвалидностью. Ну и мы продолжаем двигаться, продолжаем строиться, продолжаем это все развивать, потому что у нас каждый день новости, каждый день что-нибудь меняется, мы не стоим на месте.